Спасибо. Ну, одно могу сказать. После проигрыша в Риге чуть-чуть сидели, поговорили. Как бы, может быть, и этот перерыв был 8 дней. Наверное, скорее всего, как бы из колеи чуть-чуть выбил. Потому что постоянно через день играешь, как бы в тонусе находишься. Ну, а все основное, что сегодня выполнили, то, что просили мы, ребята выполнили. До конца довели до победы. Все, спасибо. Всем спасибо, болельщикам тоже, всем. Сергей, его команду с победой, заслуженной победой. Мы провели свой не самый лучший матч. И много есть вопросов перед главными играми. Тут что сказать? Тут, в принципе, сказать-то нечего. Проиграли по делу. По привычке берем тайм-аут? Конечно, хотели спасти матч. Мы каждый матч хотим победить. Следующий вопрос, Павел Сергеевич. Мы вас поздравляем с хорошим окончанием регулярного чемпионата и ваши личные достижения туда ценим. Скажите, пожалуйста, вот, что вы знаете о своем сопернике? О Сочи? Вот какие матчи стоит запомнить, хоть вы и не вы, так тренер? И кого опасаться? Я даже не знаю. Я как бы особо и не знаю. Я работал в высшей лиге. Так, ну завтра, естественно, будем весь день разбирать, смотреть досконально. Значит, как против них играть, как настраиваться, как готовиться. Вот и все. Борис Петров, РБК. Что можете сказать о сопернике своим словом на первом? Понимаете, мне кажется, все соперники, это начинается новый совершенно турнир, совершенно новый турнир, где каждая игра, она как бы очень важна, с выбыванием, совершенно другая будет. Психология, да, вот, ну как бы вот нерв этого турнира. Это очень здорово. Словом, мне кажется, нету слабых команд восьмерки. Хороший чемпионат мы провели. Здесь, ну, мы, в принципе, уже знаем, словом, за перерывы, что мы будем с ними играть, мы уже готовимся к нему. Вот. Что сказать, очень серьезная команда. Мне кажется, ну, слабых нет. Пожалуйста. Павел Снуков, сайт спорт. Вопрос к обоим тренерам. Насколько важно плей-офф будет теперь на рингах КХЛ в виде просмотра? Я даже не знаю, что сказать. Мы, ну, в принципе, знаете, будет такая возможность, что это... Ну, будет возможно. Нет, но это плюс, есть к этому плюс, если мы в чем-то сомневаемся, мы попробуем это сделать. Да? Пожалуйста. Николай Чудовский, Спортфакт. Сергей, скажите, пожалуйста, все-таки есть радость, что попали играть в Сочи? Да нет, конечно, не. Только что коллега сказал. Каждая команда, которая вошла в плей-офф, она не все одинаковые. Все заново начинает, все с нуля. Без разницы, ЦСКА, Динамо, там дальше идет и абсолютно все равно. Ко всем надо, здесь надо готовиться, уже 100% будет мало в каждой игре. Всего. Дорогие еще, пожалуйста. Вопрос все-таки. Ну, неожиданно, что на трех поражениях закончили, да, регулярный чемпионат. Насколько, может, связано с современной ситуацией? Как объяснить? Да, ну, понятно. Здесь есть вопросы, есть претензии. Вот. Опять же, это есть вопросы, есть это хорошо, когда есть вопросы, надо на них будет нам ответить, подумать, как сделать. Согласен, что мы здесь где-то чего-то не доглядели, упустили, но посмотрим.
Дмитрий Петрович, давайте оставим регулярно чемпионат, все плохое. Объективный вопрос от слова. Какие игроки на вас производят самые сильные впечатления у соперников? Есть яркий персонаж. Матч красивый получить, если вы тот матч. Я даже, знаете, я сейчас даже не могу на это ответить. Там все, опять же, все игроки хорошие, хорошие вратари. Ну, отличные ребята, что, отличные. Будем готовиться, будем готовиться. А матч вы помните со словом? Мы проиграли две игры, мы это прекрасно помним. Ну, как проиграли? 2-2 спаслись. Ну, мы же проиграли по булитам. Мы это проиграли.